Здравствуйте! Эта диета разработана американскими диетологами. Ее эффективность проверена тысячами людей. Она считается очень удачной и довольно простой. Однако любая диета – это испытание для организма. В этом случае еще и потому, что эта диета позволяет терять вес очень быстро. Поэтому прежде чем приступать к этой диете, оцените свои возможности. А если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, то посоветуйтесь со своим врачом. Итак, с помощью этой диеты вы можете потерять до 4 кг в течение 3 дней. И в общем, она не такая строгая, как кажется. В этой диете нельзя менять порядок употребляемых продуктов, заменять или исключать их. Разрешается употребление соли и перца. Эта диета должна следовать в течение 3 дней подряд. Если вы захотите повторить ее, то перерыв между ее применениями должен составлять не менее 4 дней. Вы не должны есть между приемами пищи и не забудьте выпивать от 2 до 3 литров воды в день. Меню трехдневной диеты. Первый день. Завтрак. Половина грейпфрута, 1 ломтик поджаренного тоста, 2 столовые ложки арахисового масла, черный кофе или зеленый чай. Обед. 2 кусочка любого мяса, около 85 грамм. 1 чашка зеленой фасоли, вареной или на пару. 1 чашка вареной свеклы. 1 маленькое яблоко. 1 порция ванильного мороженого, желательно обезжиренного. Ужин. Консервированный тунец, около 350 грамм. 1 ломтик тоста, черный кофе или зеленый чай. Второй день. Завтрак. 1 вареное яйцо, половина банана, 1 ломтик тоста, черный кофе или зеленый чай. Обед. 2 сосиски, 1 чашка брокколи, вареной или на пару, половина чашки моркови сырой, половина банана, 1 треть порции ванильного мороженого, желательно обезжиренного. Ужин. 200 грамм творога, 5 крекеров, зеленый чай. Третий день. Завтрак. 5 крекеров, 1 ломтик твердого сыра, 1 маленькое яблоко, черный кофе или зеленый чай. Обед. Консервированный тунец, около 250 грамм. 1 чашка свеклы вареной, 1 чашка цветной капусты вареной или на пару, 1 яблоко, 1 порция ванильного мороженого, желательно обезжиренного. Ужин. 1 вареное яйцо, 1 кусочек тоста, зеленый чай. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!